Здравствуйте. Разрешите представиться. Татьяна Антоненко, доцент Алтайского государственного университета, кандидат биологических наук, автор проекта «Живая наука». И сегодня мы с вами поговорим про кошек. И вот такой вопрос возникает. Если у меня есть кошка, и я хочу завести еще одну, могут ли они подружиться? Да, все возможно, но нужно ваше терпение. Когда мы знакомим одну кошку с другой, нам нужно прикладывать усилия. Представьте ситуацию. К вам поселился сосед. Вам будет нравиться сосед? Вы захотите его выгнать? Вот то же самое испытывает кошка. То есть у нее была жилплощадь своя, на которой она была главная, и тут ей кого-то подселили. Первая реакция – это изгнать того, кто пробрался на мою территорию. Поэтому все шаги, которые вы делаете, особенно первые шаги, они должны быть направлены на то, чтобы кошки познакомились друг с другом. Но не просто познакомились, а привыкли к запаху друг друга. То есть вы сначала садите отдельно в разные комнаты, меняете комнаты местами и, соответственно, прикладываете должное количество, оказываете внимание и той, и другой кошке. Мне хотелось бы пожелать, чтобы вы не боялись брать и взрослых животных в свою квартиру, комнату, потому что они могут стать друзьями. Только нужно немножко терпения.